Самарский банк «Приоритет» лишился лицензии. Центробанк сегодня отозвал разрешение у 3 кредитных организаций. В сообщении на официальном сайте говорится, что решение о применении такой меры воздействия принято в связи с неисполнением кредитной организации федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России и неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Если конкретнее, открытое акционерное общество не создавало адекватных принятым рисков резервов. В связи с потерей ликвидности кредитная организация не обеспечивала своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Это цитата. Согласно данным отчетности, по величине активов приоритет на 1 сентября занимал 522 место в банковской системе России. Тогда же банк приостановил свою деятельность. По сообщениям пресс-службы, проблемы в кредитной организации начались с конфликта между акционерами. В результате противостояния председатель правления покинул свой пост. Новое руководство пока от комментариев воздерживается. Добавлю, компенсации вкладчикам начнут выплачивать не позднее 14 октября, сообщает сайт агентства по страхованию вкладов. Банк-агент будет определен до конца следующей недели.